Ну что, перейдем к бою из разряда ангелов и демонов. Слева от нас парень, который проповедует святую дорогу. Его прозвище пастырь или святой, а его удары сносят своих соперников на повал. Поаплодируйте ему. Святой! Как он потерял? Помоешь, нет? Нормально. Точно? Будешь зубами с песком драться? Зверь. Справа тебя парень, у которого столько количества боев, сколько, наверное, турниров у нас еще не проходило. Его кличка официант. Работает в Евразии. Избивает клиентов, которые не оставляют чаевые. И желает проливать кровь каждую неделю. Поаплодируйте ему. Это официант. Скажешь пару слов? Всем привет. Будем показывать красивый, жесткий, мощный бой. Все остальное после боя. Победа, поражение, посмотрим. А что остальное-то? Живем, увидим. Давай, удачи. Рок-н-ролл. Давай, все. Давайте посмотрим этот бой. Парни, на середину! Слушайте внимательно меня, уважайте друг друга, делитесь честно. Руки пожали! Углом! Готов! Готов! Мы поехали! Сережа, иди садись сюда! Проходи к нам! Домой! Домой его нас! Я так постою. Стоп! На середину, в ту же позицию. Давай, Серёжа. Дима, цех. Залезай на живот. Обхватился. Дима, готовы? Ой! Твой забрал. Дима, он твой. Дима. Цик-цик, Дима! Дима, все! Все, души, души! Бить! Стоп! Иди сюда ко мне, блядь! Нет, теперь иди сюда ко мне! Это же есть такое канал? Я не знаю, вы узнали, вы забыли? А потом уже, друзья! Итак, дамы и господа, все, кто сюда пришел, вы все видели, все произошло на ваших глазах. И вот она победа! Пожмите на ручки и подойдите сюда, скажите пару слов. Давайте, парни, идите сюда. Расскажите, Евгений, что всех. Как? Вылезай. Ну давайте, кто первый? Давай, сначала ты. Ты у нас постоянный гость. Официант. Сколько у тебя побед, сколько поражений? Ноль поражений. Ага, идешь без проигрышей. Боев уже сбился со счета, но где-то 8, наверное, 9. Не знаю. Говорят, 9. Следят за мной. И будет больше, по-любому. Слушай, ну тебе нравится. Конечно, конечно. Скажи что-нибудь, посоветуй людям, которые хотят поучаствовать, может быть, на стрелке. Ты, как человек, который постоянно у нас, который знает толк в этом удовольствии, расскажи. Стоит или нет попробовать? Во-первых, главное не ссать. Прийти, блин, я советую. Это кайф, адреналин, спорт и вообще... Отличная атмосфера! Атмосфера, Так что приходите, не бойтесь, деритесь, побеждайте. Проигрышей здесь не бывает. Это победа твоя. Ты уже вышел, ты уже победил. И все. И так работать дальше. Все, смотрим, подписываемся, ставим лайки. Ну давай, удачи тебе, увидимся. Ну давай, расскажи, как ощущения? Противник у тебя крепкий. Да, третий раз я здесь, как бы. Две победы было сейчас. Ну, подготовки нет как таковой. Но все равно буду по-прежнему всем говорить, чтобы шли, занимались спортом, вся молодежь. Это лучший выбор, как бы, это адреналин, выброс. Соперник на этот раз оказался намного лучше просто, и все. Слушай, придешь, спасибо. Придешь в следующий раз и подерешься, конечно. Приду, буду ходить, буду готовиться. Я знаю вкус победы и вкус поражения, поэтому удивить тебя в следующий раз будет гораздо сложнее. Ждем тебя в следующий раз и ждем от тебя новых побед. Спасибо, всем удачи. Давай, приходи.